une porte parue, par une porte parue. Donc, je me... Non, merci. Голодный, ослабевший Карл понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Когда до Сен-Миэля осталось 30 километров, надежда вновь их покинула. Ah!
Calme-toi, Gringalet. What? Io, ma va il buo. Hey, ma lo so. Voilà, Lyon. Voilà. Oh, non la pavé, venu tout partout, là. Thank you.
Сен-Миэль, наконец-то. Восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. An der Krummsteuerung Lumpen anfrotzen. Gut gemacht. Alter Fritte! Hey! Merk was ran! Hepp runter nur! Hey! Zwurbel im Lack! Oh.
denn? So. Räum ihn da. Yeah.
Я прав. В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вими. Апреля 1917 года. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы.
Let's go, boys. После множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо.